снова всех приветствую на нашем канале «Вокруг водоемов» и гостей, и подписчиков. Итак, друзья, выехал на рыбалочку на речку, на плотвичку и на карасика. Вот результат уже, как видим, плотвичка. Поймал на манку с... Сейчас вспомню. Я думаю, каждый в детстве пил этот напиток с несквиком. Вот, смотрите, манка с несквиком. Запах вообще обалденный, классный. Плотва разрывает, прямо аж разрывает ее. И карась, кстати, тоже. Уже проверено, друзья. Так, ну что, давайте продолжим рыбалочку. Я ее уже начал. Ну а с вами продолжим. Не забываем за лайк. Да, как я делаю манку, значит, смотрите, какая у меня манка, да, как резина. Значит, беру 50 грамм манки, вот, в тарелочку насыпал, туда несквика грамм 10 и сахарку грамм 5-7. Вот, это все смешиваю, потом кипяченой водичкой немного подливаю, то есть я не могу сказать, сколько я воды лью, потому как по-разному бросаю манку. Водичку подливаю, это все смешиваю. И когда я уже вижу, что можно в руках это все мешать, я начинаю в руках это все мешать, протирать, вот так протирать. То есть вода лишняя впитывается в руки. Вот. А то, что нужно манке, оно остается. И потом бросаем в кулек или в баночку, чтобы герметично было. Пока до рыбалки доедете, все, она отличная будет. Главное, на воздухе не оставляйте, чтобы она не подсыхала. Но это вы должны сами понимать и знаете. Вот, и отличненько манка, все на крючку держится, то есть вы закинули, если вы там вдруг не туда закинули, вы высовываете удочку, все, а жало не выглядывает, то есть отлично она висит.
Итак, трофейчик. Смотрите, какая красавица. Ну. Грамм, наверное, где-то 200-250. Красавица. А? Вот что манка с Нескиком делает. Не, манка отлично, отлично. Маночка вообще мне понравилась. Вот, и видно, что рыбке она очень нравится, эта манка, очень. Привет. Да ничего, потихонечку. Плотвичка. Да, плотвичка проклюет. Такая непогана, ладошка, а то и больше. Карасика. Ну вот сейчас на карасика тут сел посидеть. То пока тишина. Да что такой ветер порывистый, ужасный. Там это, кошке траву вести, чтобы она ей покушала, шерсть отрыгивала. Хорошо, привезу. Ладно, давай, еще посижу чуть-чуть. Что-то карасик сегодня молчит. Плотвичка хорошо берет, а карасик молчит. Вот здесь у меня глубина 2 метра. Вот на манку тишина. Справа я попытался под берег закинуть. Там метр глубина. Также тишина на червячка. Да, сегодня карасик, наверное, может не погода. Кто его знает. Но я знаю, здесь карасик есть. Я его тут ловил и не раз, и на манку, и на червяка. Сегодня молчит. Так, ну что, наверное, я вот эту удочку достану. Попуск уменьшим и будем бросать на плотвичку. А что делать? Время идет, а ждать карасика смысла нету. Если сегодня он не хочет брать, значит не хочет. Поймали. Итак, значит, буду я уже собираться, потому как уже начинает вечереть, а домой еще целый час ехать. На пару сковородочек поймал. Вот такая плотвичка. Карасика сегодня что-то не видать. Я думаю, это связано с погодой, друзья. В планах у меня еще съездить на резинку порыбачить, на карпика съездить, тем более сейчас сезон пошел. Вот. Еще хочу на карася в камышах посидеть, сделать окна, вот, и в окнах посидеть на карасика. Тем более, я, насколько знаю, он сейчас в камышах. На речке, конечно же, вода очень упала, где-то, ну, около метра, до метра, где-то так. В некоторых местах, естественно, камыш на суше, или же очень мелко.
Но я знаю такие места, там где полметра глубина, этого достаточно для карасика. Все, друзья, я с вами не прощаюсь, а говорю до встречи. Да, если вы еще не наш подписчик на YouTube-канале, подписывайтесь на наш канал. Очень просто меня там найти. Пишите на YouTube в поисковику «Вокруг водоемов», вы сразу же меня там найдете. Подписывайтесь, жмите колокольчик, чтобы быть в курсе о новых наших видео, друзья. Желаю вам всем удачи, всем пока. А в рыбалке ни хвоста, ни чешуи.